Ну вот, подготовились к заливке подошвы. Армирование не я придумал, а хозяин. Подсыпано щебнем, протрамбовано. Подставки для зыбкого основания. Три нитки 12 арматуры. Доски к земле крепили так. Посверлили дырки на 12. Изобильно 12 арматуру. Она туго входит в дырки на 12. И получили без колев, без распорок. Колья и распорки, они мешать будут ходить. Зальем где-то вот эту подошву. Потом проволокой прикрепим брусы несущие к стенам. И пойдет дальше заливка. Будем собирать доски, заливать частями. Хозяин сказал заливать самоместным бетоном. Поэтому придется заливать за несколько раз. Хоть это не совсем правильно, но хозяин так хочет. Так и сделаем. Вот под несущую перегородку основание. Хомуты из десятки. Через 50, через 30. Две нитки 12 и поперечная тоже 10. Ну тут хозяин придумал дверь. Сейчас покажу. На двери 6 ниток внизу. Так потом будет проем в стене. Надо усилить. Усиление с арматуры 4 по 12. Вот. И вот, чтобы нагрузку от этого отверстия в несущей стене бетонной перенести снизу на армопояс, снизу на подошву. Брусы стоят примерно через 50-70. Каждый брус используется 50 на 100 двухметровой длины. Сейчас вылезу, покажу общий вид. Общий вид, так сказать, сооружения. Бутылки на концах арматуры, чтобы лицо не пропороть. Ну вот, общий вид сооружения. Завтра первая заливка подошвы. Ну вот такой микроцокольный этаж. Все.